Многократная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе во Владимире. Здесь она посетила детскую школу Олимпийского резерва, говорила с юными спортсменами и тренерами об итогах летней Олимпиады в Токио и предвзятом судействе. Несмотря ни на какие препятствия, российские атлеты выступили достойно, завоевав в общей сложности 71 медаль, из них 20 золотые. Нашим спортсменам Елена Вяльбе пожелала удачных выступлений на самом высоком уровне, а тренерам плодотворной работы. В ходе встречи глава города Андрей Шохин и Елена Вяльбе вручили подарки владимирскому гимнасту Александру Карцеву, который также побывал на Олимпиаде в Токио и выступил в составе сборной России. Я попал по своей личной путевке, которую заработал на чемпионате Европы. Атмосфера была больше дружеская, наверное. Все очень тепло приняли нас. И Япония, и другие страны, которые были в Олимпийской деревне. Председатель Заксобрания Владимир Киселев особо подчеркнул, что сегодня наши спортсмены борются за награды самого высокого достоинства в сложной политической обстановке. И предвзятое судейство – это всего лишь доказательство страха перед силой. А Елена Вяльбе успела еще побывать в физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд» в Собинке, который появился благодаря поддержке партии власти. Его строительство обошлось в 138 миллионов рублей. Елена Вяльбе побывала на тренировке тяжелоатлетов, волейболистов и посмотрела, как проходят занятия в бассейне. Спортсмены вручили прославленной лыжнице подарки, в том числе пластиковые лыжи «Россия», изготовленные на местном предприятии. Легенда советского и российского спорта пообещала опробовать их на ходу, как только представится возможность. Что нашему человеку нужно, да? Точка притяжения, здесь эта точка притяжения точно будет разрастаться именно тем, чем она должна разрастаться. Сюда будут приходить дети, семьи, все доступно, все продумано, все качественно. Ну, дай бог, чтобы это было вот не точечно один там фок на весь регион, а чтобы это на самом деле подобное было в каждом регионе, в каждом районе.